Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. Убитый младенец на разорванной груди матери. Девочка, расстрелянная кассетными бомбами на детском пляже. И многие-многие преступления, на которые весь цивилизованный мир так долго закрывал глаза. Пришло время платить по счетам посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. А всем верным скажу, время настоящей свободы, о которой мы все мечтали, пришло. Сейчас самое время выбирать, кем мы хотим стать. Бессмертными героями или бесславными предателями. Каждый должен стать на своем посту, на своем фронте, на защиту нашей Родины.